А вот и мистер Бык и его коллеги. Мистер Бык будет строить наш новый дом. Значит, ты тут совсем ни при чем? Я сделал самую трудную работу. Мистер Бык будет лишь следовать моим инструкциям. Привет, мистер Свин. Что будем строить? Стоянку? Бассейн? Ракетную станцию? Наш дом. Вы сможете построить точно такой же, мистер Бык? Только побольше. Мистеру Свину нужен дом. Строить будем из соломы? Или из палочек? Или, может, из кирпичей? Из кирпичей, любезнейший. Молодец, папа. Только про качели не забудьте. Не волнуйся, Пеппа. Построим. Я могу вам помочь? Джордж тоже рвется помогать. Так, Джордж, клади-ка сюда вот этот раствор. Держи. Словно грязь хлюпает, правда? Цемент, Пеппа, это особый вид грязи, который скрепляет кирпичи вместе. Пеппа, хочешь заложить свой первый кирпич? С удовольствием. Молодец. Дальше я сам сделаю. Кирпичи нужно класть ровно в одну линию. Ряд за рядом. Но так можно класть до бесконечности. Точно! А вы закончите сегодня? Нет, что ты! Дом нужно строить долго, целый день. Значит, завтра закончим. Хорошо. До завтра, мистер Бык. Пока-пока! Пока! Джордж сделал из липкой грязи горку. Я положила свой первый кирпич. Бррр. Это все просто замечательно, но детям давно пора закрыть глазки и спать. Дикий Запад – это территория, которую населяют одни ковбои. А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы. Тосты с фасолью, угощайтесь. Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью. Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите, я спою песню ковбоя? А ты что, даже петь по-ковбойски можешь? Да, я сам ее сочинил, и вот как она звучит. Храбрый ковбой обожает фасоль и песню свою вам поет. Про бобы, про стручки и про жизнь мою. Про бобы, про стручки и про жизнь мою. Давайте рассказывать истории в палатке. Я знаю одну историю. Только пострашнее. На Диком Западе ночь выдалась дождливой и крайне ветреной. Голодные дикие звери выли, они были очень голодные. А разве ночью они не спят? Некоторые звери даже по ночам едят. Дикие животные. Отважный ковбой Педро сидел в палатке один одинешенек. Он не мог заснуть, потому что на улице творилось что-то ужасное. Рядом бродил дикий зверь. Что это? Это тоже дикий зверь? Это маленькая беззаботная птичка прилетела посмотреть на палатку Педро. Я подумал, что к нам орел прилетел. Они тоже живут на Диком Западе. С вами все в порядке? Да, мама! Смотрите, он забрался на дерево. Ой, мой милый, но почему же ты так любишь лазать по деревьям? Как же вы собираетесь его спасать? Надо спилить дерево. Нет, я вызову к нам пожарных, дети. Пожарная служба, что у вас? Черепашонок на дереве? Опять? Сейчас выезжаем. Всем отойти! С помощью лестницы пожарные снимают с деревьев непослушных зверей. Ко мне, малыш! Но черепашонок ползет все выше и выше. Спускайся ко мне, шалунишка. Мама-корова старается залезть на дерево. Будь осторожна, мама-корова! Ой-ой-ой, я застряла! К сожалению, коровы не умеют лазать по деревьям. Держись,
Я иду на помощь! Я здесь, шалунишка! Оу, я, кажется, тоже застряла. И слонихи совсем не умеют лазать по деревьям. Нет, ничего не выходит, верно? И что же мы теперь будем делать? Надо спилить дерево! Нет! Пожалуй, я позвоню в службу спасения. Алло! Аварийно-ремонтная служба дедушки пса! Алло! Черепашонок Тиддлс снова залез на дерево. Залез на дерево? Опять? Поезжаю немедленно! Интересно, как можно снять черепаху с дерева? Надо его спилить! Точно! Пора кончать с этой деревяшкой! Нет! Хорошо, тогда я полезу наверх! Ура! Нет! Любой предмет, встающий на пути у солнца, отбрасывает тень. Смотрите! Моя тень самая большая, потому что я сам больше вас всех. А у Джорджа и у меня тени крошечные, потому что мы с ним самые маленькие. Золотые слова, Эдмонд. Я умный слоненок. А это чья такая тень? Самая огромная-преогромная тень. Наверное, это злой великан. Это не великан. Эту тень создает пушистое облако. Ух ты! А вы не знаете, какое это облако? Кажется, очень большое. Оно называется слоисто-кучевое. Точно. Все-таки Эдмонд очень умный слоненок. Смотрите, наши тени зачем-то вытягиваются. Это происходит, потому что наше солнце начинает садиться. Скоро начнет темнеть. Моя тень пропала. Да, Эмили. Когда солнце заходит, исчезают и тени. Пеппа, Джордж, пора спать. Хорошо, папа. До свидания, друзья. Пока. Малышам пора спать. Грустно, конечно, что моя тень куда-то пропадает. Не стоит грустить, Пеппа. От электрического света тоже бывают тени. Мы можем устроить театр теней. Мама-свинья такая находчивая, она показывает малышам фигурки. Это птичка! Послушайте, как она поет. Чик-чирик, я птичка-невеличка. Моя очередь! Пеппа изобразила паука. Меня зовут мистер Тощиножки! О, страшно! О-хо. Смотри, папочка! У Пеппы так много цветочных семян, а у Джорджа только одно семечко. О! Но зато какое большое! Ты не мог бы принести нам водички, папа-свин? Конечно. Без воды семена не смогут расти. Они очень любят пить. На грядку прилетели любопытные птички. Не разрешай птицам клевать семена, Пеппа! Кыш! Фу! Летите прочь, птички! Вот водичка. Папа распугал всех птичек. Хо-хо! Папа-свин так похож на пугало. Пеппа, Джордж, пора купаться. Ой, а если птички снова вернутся сюда? Не бойся, Пеппа. Я прослежу, чтобы птицы не трогали семена. Спасибо, папочка. Удачи, папа-свин. До завтра, дорогой. Пока. Ах, как же приятно. Папа, ты же обещал побыть пугалом. Что? О, кыш, кыш, непослушные птицы. Так, стой здесь, пока птицы не улетят к себе. Хо-хо-хо, ладно, Пеппа. Наконец-то все птички улетели, и папа-свин может зайти в дом. Наступило утро. Джордж, бежим посмотрим на наш цветник. Ой, росточки взошли. Доброе утро. А, смотрите, взошли первые росточки. Скоро появятся и цветы. Посмотреть на ростки приползла улитка. Уходи,
улитки едят зеленые листья. Дедушка Свин, может, заберешь Барбару в свой садик? Мы поедем на машине скорой помощи? Нет, горы слишком далеко отсюда. Мы полетим на моем самолете. Самолет. Джордж очень любит самолеты. Все на борт. Счастливого нам полета! Я не знала, что у вас есть самолет, доктор Хомяк. Конечно, есть. Я ведь летающий ветеринар. Ну, наконец-то. Врач уже здесь. Без паники. Ветеринар уже близко. Где больная ящерица? Вот. Бедный зеленый огурчик. Что же произошло с этой ящеркой? Кажется, она перевернулась вверх лапками. Я переверну ее осторожненько. Готово. Доктор Хомяк сумела помочь маленькой ящерке. Ура! О, еще один срочный вызов. Алло? Алло! С вами говорит дедушка Свин. Дедушка Свин вышел в море на своей лодке. Заболела Полли. Мне кажется, ее тошнит. Ее тошнит. Вылетаю немедленно. Слушай, Полли, к нам летит ветеринар. А как же здесь можно сесть? Это же гидросамолет, Пеппа. Мы можем сесть прямо на воду. Ух ты! Здравствуйте, Пеппа! Джордж! Здравствуй, дедушка! Мы прилетели, чтобы вылечить Полли от болезни. Давно вашу милую Полли тошнит? Как только мы с ней вышли в море. Ага, я знаю, что случилось с Полли. У нее морская болезнь. Нужно доставить ее на землю. И желательно поскорее. Сначала мы будем учиться передавать мяч отсюда вот сюда. Да это же просто! Нет, Дэнни, ногами бить нельзя. Это тебе не футбол. Щенок Дэнни любит футбол. В баскетболе броски осуществляют передними лапами. Смотрите. Кто хочет попробовать? Я! Я! Овечка Сьюзи ведет баскетбольный мяч очень осторожно. Достаточно, Сьюзи. А теперь попробует каждый. Все дети учатся вести баскетбольный мяч. Теперь мы будем учиться перехватывать мяч. А что это такое? Перехватывать значит отнимать мяч у другого игрока. Смотрите. Постарайся отнять у меня мяч, Джордж. Джордж освоил этот спортивный прием. А теперь бросай мяч в кольцо. Хо-хо. Да, здесь без тренировок не обойтись, малыш. Давайте начнем нашу игру. Разделимся на две команды. Мальчики против девчонок. Девочки в одной команде, мальчики в другой. Но так нечестно. В нашей команде слишком много малышей. Не бойся. Мы все равно девчонок победим. Точно. У нас же суперкоманда. Слоненок Эмили с помощью хобота выше всех умеет держать мяч. Такого хобота нет ни у кого из нас. Так же нечестно. Тише, Пеппа. Она в нашей команде. Ах, да, тогда все честно. А вот и нечестно. Пусть Эмили играет за нас. Нет уж, мы ее не отдадим. Прекратите ссориться. Вы все будете в одной команде. В моем магазине есть все. Не сомневаюсь, что вы найдете здесь отличный подарок. Какой мишка! Мне нравится. Вот подарок так подарок. Пеппа, мы выбираем подарок не тебе, а бабушке с дедушкой. Ах, да. Слушайте, какие зубы! Заводная игрушка, шуточная. Весьма популярна. А разве можно их подарить бабушке с дедушкой на годовщину? Полагаю, у бабушки с дедушкой пока все зубы на месте, Пеппа. Они любят копать грядки и возиться в земле. Да.
Тогда купите им набор ведерок и лопаток. Сегодня у нас большие скидки. У них уже есть и лопаты, и ведерки, и даже грабли есть. Не может быть. Вспомнила, дедушка любит кататься на лодке. Прекрасно. Здесь у меня есть все, что может понадобиться счастливому моряку. А пиратские сокровища у вас есть? Есть все, кроме пиратских сокровищ. Оу. А как ваши родственники относятся к антиквариату? А что такое квариат? Это старинные редкие вещи. Обычно редкие, да. Но у меня тут только новинки. Вот гарнитур из 12 стульев. Разве плохой? Стулья дубовые? Да. Это, знаете ли, пластиковый дуб. Удобные хотя бы. Не вздумайте садиться. Антикварные стулья сделаны не для этого. Ну, а для чего же тогда они? Для осмотра. Это еще скучнее вазы. Любой взрослый вам скажет. Купить подарок для дедушки с бабушкой – непростая работа. Я просто не понимаю. Я торгую абсолютно всем. Здесь должно быть то, что вам понравится. Так и есть. Мне нравится этот мишка. А раз так, дедушке с бабушкой он тоже понравится. Идем, Кайли. Мы будем играть в саду. Мы можем играть в мою любимую игру. Мы будем прыгать по грязным лужам. Я тоже люблю прыгать. Сначала нам нужно найти лужу. Ой, здесь нет грязных луж. Земля сухая для грязных луж. Вот бы дождь пошел. Надеюсь, что дождя не будет. А мы любим дождь. Дома мы его редко видим. Если хотите вызвать дождь в нашей стране, устройте барбекю. Мы все равно можем прыгать. Джордж прыгает хорошо, но я прыгаю лучше всех. Посмотри. Вот как надо делать. Попробуй ты, Кайли. Ладно. Кенгуру прыгают очень высоко. Ух ты! А это кролик Ребекка. Здравствуй, Ребекка. Это моя подруга Кайли. Здравствуй, Кайли. Вы играете? Мы прыгаем. Кролики прыгают лучше всех. Посмотрите. Молодец, Ребекка. Но ты прыгаешь не так хорошо, как моя подруга Кайли. Давай, покажи свой прыжок. Я не хочу хвастаться. Давай. Ладно. Очень высоко. Кенгуру Кайли прыгает лучше всех. А это пони Педро. Здравствуйте все. Эй. Здравствуй, Педро. Знакомься, это кенгуру Кайли. Она моя подруга. Она прыгает выше всех. Никто не прыгает выше, чем я на моем суперкосмическом прыгуне. Покажи ему, Кайли. Ты надолго приехал, папа? Навсегда. Я решил, что мои путешествия окончены. Я обошел вокруг света и сделал себе состояние. И потерял его снова. И снова сделал. Ура! Я люблю путешествовать, но мне кое-чего не хватает, когда я вдали. Чего, папа? Моих дорогих, конечно. Я навсегда вешаю свою капитанскую фуражку. Я расскажу вам о своих путешествиях. Я странствовал год и один день. Обогнул земной шар. Совсем обогнул? Да. А что вы делали внизу? Ты не упал? Нет, я крепко держался. Ой, какое приключение! Это верно. И я привез вам всем подарки. Подарки! Вот барабан для Дэнни из далеких джунглей. Спасибо, папа. Очень хорошо, Дэнни. Я могу бить громче. Пожалуй, хватит пока стучать. А для всех твоих друзей раковины с пустынного острова. Если приложить их к уху, вы услышите шум моря. Да, я слышу морской берег.
а для моей дорогой мамочки сундук с золотом и драгоценностями. Ой, как красиво! Они мне пригодятся. Ах, как же хорошо дома! Наступило утро. Капитан Пес встал рано. Папа, что ты делаешь? Проверяю ветер, Дэнни. Здесь есть настоящие динозавры? Нет, только воображаемые. Фу. Настоящие динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Эдмонд много знает о динозаврах. Он умный слоненок. Но наши динозавры лучше настоящих. У нас поющие динозавры. Мы динозавры, динозавр, динозавр. Мы динозавры, послушайте наш рёв. Они маленькие. Да, разве динозавры не должны быть большими? Да, у нас есть большой динозавр. Очень большой. Хотите с ним познакомиться? Да, пожалуйста! Это его следы. Мы просто пойдем по ним. Следы совсем как настоящие. Вы уверены, что здесь нет живых динозавров, дедушка-кролик? Уверен, папа-свин. Идите по валунам. По мосту. Через пещеру. Ой, следы закончились. Смотрите, тут зеленые ступени. Это большая горка. Ух ты! Это большой динозавр! Да! Это моя огромная, гигантская горка-динозавр! Вот это динозавр! Это бронтозавр! Жил-был маленький поросенок. Его звали поросенок Джорджи. И он отправился на поиски счастья. Скоро он пришел к лесу. Тебе нравится сказка, Джордж? В лесу был маленький домик. А в домике стояла миска с кашей. Поросенок Джорджи был очень голоден, и он съел всю кашу. Ням-ням-ням. И когда он все съел, пришел медвежонок и сказал: «Ой, ты съел мою волшебную кашу!» Джорджи сказал: «Да». Медвежонок сказал: «Это была волшебная каша. Она сделает тебя очень большим». И поросенок Джорджи начал расти. Он рос, рос и рос, и стал выше всех деревьев в лесу. Конец. Ты хочешь спать, Джордж? Нет. Совсем нисколечко? Нет. Ну ладно, я расскажу еще немного. Медвежонок сказал: «Я знаю, на краю света есть сундук золотых сокровищ. Но мне туда не дойти, потому что я слишком маленький». Джорджи сказал: «Я отнесу тебя туда». И поросенок Джорджи пошел на край света. Он шел и шел и шел. Ты уже хочешь спать? Нет. И леска не достает до ключей. Ну и ну! Какой глубины этот колодец? Можно узнать глубину, бросив туда камень. Хорошая мысль, мисс Кролик. А мы будем считать, пока камень не долетит до дна. Один, два, три, четыре, пять, шесть.
Это глубоко. Я же сказала, что нам теперь делать? Это мистер Бык и его друзья. Бульдозер, кран. Джордж любит бульдозеры и краны. Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Бык! Добро пожаловать в горные красоты! Вы приехали сюда работать? Нет, у нас выходной, и мы приехали любоваться красотами! Здесь прекрасные виды, шеф! Да, здесь очень красиво! А, мистер Бык, можно взять на минутку ваш кран? Зачем? Папа уронил ключи от машины в колодец. Не продолжайте, я быстро их достану. Мистер Носорог, кран, пожалуйста. Всем отойти. Опускай. Как нам повезло, что сюда приехал мистер Бык. Да, теперь мы наконец достанем ключи. Дальше не опускается, шеф. Мистер Бык, начальник. Вы нашли наши ключи? Нет. Кран не достает. Что нам теперь делать? Легко. Мы разроем дорогу. Ура! Ура! Мистер Бык раскапывает место отдыха. Стой! В чем дело? Мы приехали посмотреть красивые места. Простите, это картофельный город? Нет, вон там картофельный город. Не совсем то, что я ожидал увидеть. Просто фантастика! Сколько билетиков? Два взрослых и два детских, пожалуйста, мисс Кролик. Шумновато здесь. Шумновато? Нет. Сегодня в нашем парке самый спокойный денек. Желаю хорошо повеселиться. Друзья Пеппы также приехали в картофельный город. Привет, друзья! Здравствуй, Пеппа! А вот и сам великий мистер Картошка. Друзья, добро пожаловать в картофельный город, где витаминным чудесам овощей нигде не видно конца. Посмотрим, как растут наши овощи. И узнаем, как всегда оставаться здоровым и крепким. А также мы полетим к мечте на настоящей картофельной ракете! Пеппа и ее друзья очень хотят покататься на картофельной ракете. И Джордж тоже очень хочет полетать на ракете. Ты не передумаешь, Джордж? По-моему, высоковато. Папа-свин очень боится высоты. Му! Поднимайся на борт, папа-свин! Мне что-то не хочется. Джордж еще маленький, я не пущу его одного. Оу, ну что ж. Скорее бы отмучиться. О, у нас это быстро! Кажется, Джордж передумал. Милый Джордж, иди к маме. Может, я тоже выйду? Поехали! Пока, папа-свин! Кажется, остановились. Как хорошо, что все уже закончилось. Дети, выходим! Динозавр! Доброе утро! Чем могу помочь? Мы хотели бы купить динозавра из витрины. Конечно. Хороший выбор. Это Динорик. Он рычит, ходит и поет песенку динозавра. Динорик, Динорик, слушай, Динорик. Рык! Ух ты! Динорик! Мы берем. Джордж играет с Динорыком в саду. Играй с Динорыком осторожно, Джордж. У него подвижные детали, и он может сломаться. Джордж не может играть с Динорыком в саду. Джордж хочет играть с Динорыком в ванной. Джордж, если Динорык намокнет, он не будет работать. Джордж не может играть с Динорыком в ванне. Наступила ночь. Джордж взял Динорыка с собой в постель. Джордж! Динорык разбудил меня! Может, Динорыку лучше спать в другом месте?
Джордж не может брать Динарыка с собой в постель. Наступило утро. Почему Джордж такой грустный? Джордж не может играть с Динарыком в саду, в ванне, в постели. Ничего, Джордж. Зато Динарык может рычать. Динарык, Динарык, слушай, слушай, Динарык. Ой. Должно быть, батарейки сели, папа свин. Уже? Сколько здесь батареек? Сотни и тысячи.